Что скажешь? Теперь можешь смело участвовать в любом популярном ток-шоу. Я спросил про работу. Я поняла, про что ты, Джек. Ничего. Абсолютно ничего хорошего работы с ней не принесет. А ребенок как же? А ты хоть уверен, что он твой? Ее долго не было. Одному Богу известно, где она все это время шлялась. Эй! Прости. Я все надеюсь, что она изменилась. Учитывая, что ее последний налет провалился, она ждет ребенка, и я... Может, она наконец захочет чего-то нового, чего-то другого. Да скажи уже. Меня. Да, захочет быть со мной. Грейс, ко мне. Ко мне. Иди сюда. Стань пуделем, Грейс. Давай. Стань маленьким и глупым пудельком. Ну же. Ты чего это? Намекнуть пытаюсь. Да? На что именно? На то, что у меня больше шансов превратить Грейс в тупого пуделя, чем у тебя заставить эту бессердечную двуличную сучку угомониться и жить нормальной жизнью. Думаешь, ребенок изменит ее натуру? Думаешь, ребенок заставит ее полюбить тебя? Приди в себя, дружище. Она будет все той же Карен, только теперь Карен с ребенком.